Оп, минус. Смотри, как нужно четко стрелять. Это тебе не папка. Оп, минус. Слушай. Переключаемся, пускай сами друг другом. Зевс против Зевса. Погоди, он живой, нет? Вот это сражение осталось. В атаку идем, ребята, огонь по Зевсу. Пехоту убирает он. Блин. Я шел до последнего. Я не посмотрел конкретно. У нас... Пушка, это что за выстрел? Был прям в спину. А рикошеты, не обалдеть, ты смотри, как рикошетом моего, потом еще двоих. Там пули свистят, убивает всех подряд, ну там зелья. Слушай, сколько, сейчас будет хана всем. Давай, огонь, огонь, последний выход. Черт, меч поднял. Все сходится вместе, воедино. Кого-то тянет к себе. Пушка, не вздумай стрелять по этому чуваку. В нее прям стреляй. Оп, коса. Коса полетела, школьники. Здорово, бандитки и бандиты. С вами, как всегда, Спикер. И продолжается боевые сражения в игре Тапс. Ну что, друзья, продолжим. У нас есть реально офигенно, ребята. Это Дикий Запад. Это у нас мина, это у нас кирка. У нас есть кактус. Мне интересно все посмотреть. И, конечно, есть вот такой еще. Есть еще лассо, но денег уже не хватает. Можно убрать этих ребятишек, да? О, лассо. Вот это да, дикий-дикий запад. А кто против меня? Не знаю, кто против, но мы идем вперед. Так, переключаемся на дикий. Мадрид, Мадрид, меня кошмарит. Зелье, вставай, вставай, давай. ХП мало. Слушай, я все понятно. Я не посмотрю, кто против меня там. У нас зелье, у нас косы, блин, зелье. Кобыла, конечно, дорого стоит. Вот таким макаром, ну-ка давай, вот так поставим. Все, готов, погнали. Сразу зелья, огонь по зельям. Огонь по зельям. Не понял, а ты куда? Огонь, огонь, еще разок. Ты все, в кайфе что ли? Он в кайфе, все понятно, он сдох. А, да, здесь ковбои уже не канают. Ну, неплохо, кстати. Они реально неплохие ребята, кто у нас? У-у-у, погоди, ну-ка, ну-ка. Огонь. Кто-то, а что так долго? Все, смерть что ли? Еще раз огонь! Блин, он долго заряжает, но метко стреляет. Да, понятно, это снайпер. 1200. А 1200 у нас... Это у нас, походу, шериф, да? Во-во-во-во-во-во-во! Кстати, можно в сторону уходить можно! Огонь! Сейчас добьем, нормально все будет. Сейчас все, огонь! Шериф, огонь! Да, черт возьми, шериф! Все понятно. Мне кажется, шериф слишком далеко стоял. Все, вот так ставим подальше. И сразу же огонь. Во-во-во-во-во. Они не подойдут слишком близко ко мне. А я смогу четко стрелять прям по... Как входит? В сторону уходим. Да мимо, что ли? Опять мимо, что ли? Опять мимо. Вставай. Шериф, вставай, огонь! Шериф, ты куда полетел? Полетел шериф куда-то. Вся проблема в этих зельях. Они реально мешаются. Они кидают, и я падаю с ног. Вот в чем проблема. Ну, можно сделать вот таких ребят, а не с одного чувака. И, конечно, можно сделать кактусы. Пару кактусов. Все, погнали. Пускай сами разрулят. Огонь, огонь, огонь. Все, четенько. Кактусы идут, кактусы наступают. Почему косы живы? Шериф! Почему косы живы? Кактус колотит. Кактус живы еще. Это дергается еще, что ли? Живой, непонятно. Косы. Одна коса осталась. Кактусы живучие. Но проигрыш, потому что. Все равно проигрыш. Хорошо. Нет, нет, стой, стой. Понятно. Дикий Запад. Это все весело. Да, это весело. Забавно. Дикий Запад, все дела. Но мне нужно что-то здесь стоящее. Вот так можно раскидать, в принципе, неплохо. Мне нужно побольше народу. И всем это будет заправлять. Кто же будет? Музыканты! Не хватает на музыканты. Все, погнали, давай, огонь, ребята. Все, лучники сделают свое дело. Этот чувак тоже свои кегли бросает. Лучники, огонь, огонь. Сейчас мы раскидаем. Нужно, главное, косы. Во, еще трое. Еще три. Ну, огонь. Давай, ребята, добей ее. Вот же, готов. Последняя коса осталась. Но еще медики там, эти медики, черт возьми, эти зелья остались. Ну, ребята, стреляй. Все, танцуем.
кости. Мы танцуем на костях. Тарам-пам-пам-пам-пам. А, черт. Больше народу надо. Больше народу надо здесь. Да никакого народа. Нужно больше медиков. Все, мы готовы. Погнали. Да, мне насрать на ваши зелья. Я сейчас раскидаю. О, вставай! Вставай, нужно спасать медиков. Без медиков мы ничего не сделаем. Все, кана мне, походу. Медиков моих уничтожили. Да, погоди, я хочу дойти до этих... Сейчас дойду, ребята, я дойду до вас, чувствую. На другой катке дойду до вас. Медиков! Я не спас медиков, он пролетел. Ну давай, больше. Мне все равно. Мне главное раскидать этих... Косы раскидать, а потом до вас доберусь. Медики, лечи меня, я и сильней. Нифига я пролетел. Ты видел, как я пролетел там? От какого удара я так жестко улетел куда-то? Я не понимаю. Я все прекрасно понимаю, потому что я знаю, что я сейчас поставлю. Все, берем. Ты даже не догадываешься, что сейчас будет. Мы берем. А где она? А, не тут. Да. Ту самую пушку я беру. Ты своих зачем? Огонь. Все, минус. Я сейчас вынесу этих. Я точно сейчас вынесу. Главное, четко... Да мимо куда-то полетел. Я не понимаю. Давай по ногам. В нее прям стреляй. Оп, коса. Коса полетела, школьники. Гаси, школьники. Это коса у нас. Огонь по ней. Прям по земле. Сдохла она. Бей его. Оп, минус. Смотри, как нужно четко стрелять. Это тебе не папка. Оп, минус. Оп, минус. Это тебе реально не папка. Это пожестче будет. Минус. Собака, мы все-таки взяли эту котку. Ты смотри, реально. Иногда нужно такую тактику сделать. Иногда нужно поставить тех персонажей. И нужно взять под контроль. Вот сейчас я этим и займусь. Я этих медиков вынесу на раз. Тут узкое пространство. Можно взять, конечно же, кого взять, этого мамонта? 2200, опять 1200, ну это опять несерьезно. Мне нужно всего лишь пару школьников. Погоди, а и попкорн. Где у нас попкорн? Да блин, попкорн куда делся? А, вот, он 140, он дорого. Хорошо. Хотя, знаешь, можно сделать и... А сколько стоит музыкант? Вот так сделаем. А, конечно же, мне нужна пушка. Пушка. Нет, пираты. Где пираты, там пушка. А мне нужна, конечно, пушка. Прям вдалеке ее ставим. Да это не пушка. Это катапульт. Слишком долго у нас заряжается. Я, наверное, думаю. Ну, пираты. Все верно. Да не ты. Погоди. Я что-то забыл. А, пираты. Вот пушка. Путаю с черепом пирата. Так, и сотня. Музыканты стоят у нас 60. Не знаю, да? 60. Ну, в принципе, давай. Я хотя нет. Толку от них нет. Давай-ка школьники. Они такие забавные ребята. Они такие веселые. Погнали. Пушка, погоди. Я сам буду стрелять. На тебе в Дэнио, минус 2. Школьники, отвлекайте. Я всех вынесу. Пират, давай. В кучку делай, школьники. Прям реально же кучку. Хорошая кучка была. Так, остались двое, что ли? Трое. Не вижу сколько. Сейчас будет хана всем. Давай, огонь. Огонь, последний выход. Черт. Меч поднял. Погоди. Вынес, что ли? Я его вынес. Он живой. Черт возьми. Огонь. Промахнулся. Назад. Еще есть шанс. В кусты огонь. Бумс. Он сдох, медики. А что произошло? Я что, сдох? Я пошел в атаку на медиков. А что произошло? Ну, тактика, согласись, была победная сразу же. Все нормально. Берем опять пушку, я опять стреляю. Ну, просто один оставался. Ну, реально, ну, не повезло чуть-чуть. Ну, бывает такое. Ничего, друг мой. Сейчас мы сделаем победу красивую. Да опять мимо, что ли? По ногам нужно стрелять. Тогда четко будет. Ну, в кучку. Он промахнулся опять. Школьник есть еще живой. Все нормально пока. Все пока по красоте. Сейчас мы вынесем этих всех. Много осталось что-то. Еще идет слева один. А их трое. Три цели там. Ой, там много целей.
Бутс мимо. Давай, давай, последний разок. Ну, друг мой, они обнимаются и... Но последний выстрел я все-таки сделал. Но не победный выстрел. Вот первый раз получилось по красоте. Огонь! Он не четко стреляет, мне не нравится. Да не папка тебе, понимаешь, где можно хоть чётики развешивать. Здесь сложно попасть. По ногам стреляем, по ногам. Оп, минус два. Нормально, школьник, делай кучку. Школьник, делай кучку, прям в центр. О, осталось двое. Это можно вынести. Главное, четко попасть. Минус. Минус один, давай. Две, одну. Ну. Ну, никто здесь бог. Лечите друг друга, лечите, да, ребята? Сейчас едем давить. Да к черту их! Победа. Ух, ну сейчас, согласись, было четненько. Прям реально подходил ко мне. Это что за стрела? И куда она направлена? В меня, что ли? Сколько мне дали, даже не посмотрел. Пушку возьмем. Я хочу взять пушку. Да, я могу ее взять. Тачку, пушку и все. Я разнесу их всех. Смотри. Пушку мне, тачку. Кого еще? А давай медика. Так хотя нет, давай вот так сделаем все. Погнали, все, погнали. А пушка есть, тачка есть, все, едем вперед. Огонь сразу же в кучу. В кучу огонь. Змеюки там мешаются, понимаешь, змеи мешаются, нормально. Вот так, минус один. Это у вас первобытные ребята, я почему-то уверен в победе своей. А почти на 100%. Ну все, проценты уменьшаются мои. Но, я оптимист и готов держаться до последнего. Так, осталось вот это, нужно убить первый раз. В первую очередь, давай его. Готов. Ребята, ближе друг к другу. Ну, примерно так, пойдет. Кто еще остался? Ты живой, что ли? На, держи. Остимал бы. А, пушка реально топовая, потому что она быстро перезаряжается, и у нее довольно большой урон. О, вот это попкорн. Прям, знаешь, в ряд стоит. Ну, там есть тачки. Вот тачки очень будут мешать. Но против тачек я пушки так же делаю. Давай пушку поставим просто. И просто посмотрим сами. Можно сделать мамонта. Слушай, реально, сколько денег дали. Можно повеселиться теперь. Но у нас есть еще, ребята, Дикий Запад. Да, у нас есть Дикий Запад. 650. Я этик поставлю. Этик. Можно и этик поставить, конечно же. И динамит можно. И кирку. И реально что-то тут можно уже что-то поставить. Потому что нормально отдали денег-то. Я надеюсь, здесь и всем. А в кустах никого нету. Ну реально, какой-то попкорн, три тачки и какие-то четыре чувака. Ну это не... Это все, смотри, все пошло по красоте. Пошли, ребята, давайте. Пушка будет стрелять, сейчас. Главное, чтобы не добрались до пушки. А кактусы идут у нас, ковбои идут. Там пытаются кидать что-то. Зелье! Я не посмотрел конкретно. Это у нас... Пушка, это что за выстрел? Было прям в спину. А рикошеты, не обалдеть, ты смотри, как рикошетом моего, потом еще двоих. Там пули свистят, убивает всех подряд, ну там зелье. Кирка, нифига, у тебя кирка, усачи. А как он его, полетели в разные стороны. Пушка реально обалденная. Это кто так стреляет, я не понимаю. Пушка что ли так жестко? Все, ребята встают, это кирку поднимает, у него пушек дофига, он еще отстреляет всех подряд. Давай, ребята, вперед! Я могу взять контроль, конечно, этот под кайфом. Весь под кайфом, весь зеленый. Весь в защите. Сейчас доберемся до магов. До магов и всех убьем. Пушка ближе, подходи и огонь уже. Во, красота. Минус один маг. Все, идем наступление. Оставшиеся в живых идут наступлением. Пытаются дойти. Раскидываем, все. По красоте. Пытался, видишь, стрелять сверху. Все ребята, все дружно победили. Вот это я понимаю, веселье, когда разрабы дают много очков и когда можно повеселиться. Ууу, сейчас мы повеселимся. Зевс, у нас здесь Зевс. Спарта, копейщики, я знаю, кого я тут поставлю. Так, я знаю. Это у нас самураи. Самураи у нас и будут много-много стрел. Впендюрим стрелы во все места. Много стрел, вот так поставим. А, конечно же, будут музыканты. А как же без них? Когда много дают денег, можно и повеселиться музыкантами. А, делаем пушку. Конечно, там много их.
прям в Зевса стреляем в первую очередь. Так, делаем еще. Можно этих ребят сделать. И, конечно, нужна пехота. А как же без пехоты? Ты че? У нас осталось 750, мне нужна пехота. Простая пехота, школьники сойдут, в принципе. Для такой веселушки. Все, погнали. Давай, музыка есть, школьники есть, стрелы есть, пушка есть. Пушка поехала не туда. Все, стрелы полетели. Первые ряды сразу к воду. К воду просто, знаешь, там еще у нас пират. Стрелы просто все сходится вместе, воедино. Кого-то тянет к себе. Пушка, не вздумай стрелять по этому чуваку. Там Зевс. А вот Зевс, кстати, убивает очень быстро. И подлетает. Там кому-то в жопу впендюрили. Все разлетается. Пушка, стреляй по Зевсу. Пушка, только по Зевсу. Огонь. Она тупая. Музыкант, куда пошел? Ты смотри, щит, как закрутился. А этот щит опасен для всех. Вот кому-нибудь зубы выбить точно. Бац-бац. Что я и говорил, эти ребята отправляют всех... Опять щит, что ли? Вы куда стреляете? Они сразу бросают к щит чертям уже. Музыканты играют. Пушка хорошо стреляет, но не том. Бац, и нету. А пират, смотри, а пират такой жесткий. Сколько он выдерживает хп-то, а? Оп, полетел один наверх. Пушка подходит ближе. Уничтожается полностью наша вся арава. И музыкант остался один. Он один и практически без хп. Слушай, тактика офигенная, но пушка... Дай сюда. Один выстрел по Зевсу, ему хана. В атаку! В атаку идем, ребята! Огонь по Зевсу! Пехоту убирает он! Блин. Я шел до последнего. Ты видел, мой друг, я шел до последнего. На Зевс. Уже все готов было. Но посмотрим, что получится. Кто знает. Этот притягивает. Все офигенно. А, стрелы. Стрелы в Зевса срочно. Срочно в Зевса. Прям в печень. Давай. Давай, ушник, сделай выстрел по Зевсу. Да нет. Нифига Зевс. Смотри, как раскидал. Просто молнии поражают сразу же моих всех. Нет, я, конечно, могу сделать Зевса, медиков и всех раскидать налево и направо. И еще пушку впендюрить. И все будет офигенно. Но я хочу повеселиться. Да-да, я хочу повеселиться. Мне нужен Зевс, моя цель Зевс. Все, что ли? Убил Зевса! Ребята, победа! Нет, погоди, он встал, что ли? Еще раз. Встал. Огонь! Я попал снова в Зевса. Убил его, нет? Я убил, нет? Погоди, я убил Зевса. Главное, а куда он делся? Куда? А где Зевс? Это Зевс? Это Зевс? Зевс, ты живой? Зевс, давай. Он сдох? Он сдох. Ребята, он сдох. Зевс готов. Давайте добивать остальных. У нас остался пират. Я хочу поуправлять пиратом. Дай мне. Он сдох. Он слишком мало хп у него было. Сейчас раскидаем. Ребята, там осталось пару лучников. Один лучник остался. Музыкант и все, что ли? О, какое копье. Он тыкает и все. Ну, я сделал свое дело. Я убил Зевса. Я реально убил Зевса и довольно неплохо. Музыкант, давай, вперед. Вперед. Да я не успел добежать даже. Слушай, они меня злят. Нам дают много. Много дают нам. Ну все, понеслась. Сейчас мы сделаем их. Медики, мне нужны медики. Мне нужен Зевс, 2000. А на Зевс я их раскидаю только так. Сейчас. Медики. Один медик. Пойдет. Все, пойдет. Огонь. Что я промахнул? Ну, довольно неплохо. Во-во-во-во. Зевс против Зевса, да, будет? У них нет медиков. Ко мне никто не подойдет. Я всех убью. Мои все уже полегли. Все, огонь. Огонь, Зевс, лечи меня. Зевс, ой, какой медик, лечи меня, не Зевс. Медик, вставай, то есть, Зевс, вставай, я перепутал, потому что меня зажимай туда. Давай, огонь. Воу, Зевс, вставай, Зевс, огонь. Не, победа будет за мной. В атаку. Медик, вперед. Зевс, мы идем в атаку. Ты понимаешь сражение, а? Переключаемся, пускай сами друг другом. Зевс против Зевса. Погоди, он живой, нет? Вот это сражение осталось-то какое. Нормально сражение. Молния против молнии, просто знаешь, искрит по ноге. У нас мимо. Мимо. И прям добивание. Он еще стреляет, смотри, летит и в нас прям. Жестко. Но мы живы. Давай, лежачего бьем. Давай, добьем его.
Зевс против Зевса. Вот это сражение, понимаю. Медика нету. Я оставил один на один. Я, конечно, мог сам управлять. Почетче стрелять, но... Ну, кто знает, тут танцуют у нас. Ну, давай, кто кого? Кто кого? Молния за молния и... Да ну. Я проиграл. Ну, согласитесь, было довольно красиво. Я еще раз так сделаю. Было реально красиво. Ууу, вот это да, сколько сразу уничтожил. Кактус разлетается только так. А, шрифт, огонь. Шрифт, барабан, он уже сдох. Сейчас раскидаем. Главное, понимаешь, медик, что стоп живой. Все, раскидывай. А раскидываем, а остальные, хоп. Нормально. Лежачек, не-не-не-не-не-не-не, сейчас. Да черт возьми, вставай, нужно убить этого. Все, понеслось. Сейчас будет потеха. Огонь. Почетче стреляем. О, уходим от... Как в матрице. Вставай, 50. Надя двойной сразу, тройной. Лежать его, конечно. С обрыва гоним. Огонь. Медик. Мне нужен просто медик. Но медик у нас сдох. Потому что это молния. Сражение идет жестко. Теперь я. Да, победа. Все-таки победу взяли. Потому что я управлял. Ух, друзья, уже увидимся в новых роликах. Да, увидимся в новых ледовых побоище. И, конечно, спасибо за комментарии, за лайкосики. Увидимся в новых роликах. С вами был Спикер, как всегда. Всем спасибо и всем пока.